Всем привет! Серебряные призеры чемпионата мира 2018 года Евгения Тараса и Владимир Морозов временно будут тренироваться в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга. Представители Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга подтвердили информацию о том, что фигуристы будут проводить тренировки на льду Академии на тот период, когда их тренер Максим Троньков занят ледовым шоу «Ромео и Джульетта». Тарасов и Морозов уже приступили к работе и проводят по две тренировки в день – утреннюю и дневную. В данный момент они занимаются шлифованием программ. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем пока-пока!